Смотрите, мы вообще в диком восторге. Она стриженная. И у нас есть даже подозрение. На кого, как думаете, есть подозрение? На кого? Вот как думаете, на кого есть подозрение? На него. Сдают уже, сдают. Вот такие у нас малыши. Девочки и мальчики. Мы 20 продаем, потому что он крупный. Они все хотят крупных. А мы его дешевле всех продаем. Ну, какая девочка его... красивая. Да невозможно. Это просто. Мама. Ну, мамка, видите, как всегда, выбирает своим способом. Он у нас марципан. Марципан. Я ел все время корм. Ну, он сам бы. А этот маффин. А тот марципан. Нет, они еще и мамку подсасывают, уже едят сами. Ну, еще совсем маленькие. Маленькие, ага. Вот, едят творог. Да. Первый раз четыре щенка. Это первый помет. Нет, четыре щенка для первого раза это круто. Потому что они обычно два, а то и одна. Этот Минтин, этот большой. Да. Сидит, вы посмотрите. Питерская красотка. Это питерская интеллигенция, да. Она хочет ее на подушку, я говорю. Ну, говорю, такую красоту, говорю. Говорю, ее на выставке надо водить. Она говорит, нет. Смотрите, какая зайка. Какая малышка, да. Смешная. А вот этот... Такой сорванец. Сорванец. Ой, сорванец. Да, он, да, он, о, видите, что делает? Он нас выбрал уже все. И мамку, и папку себе. Да. Вот сейчас парит, сейчас все. Это нормально. Ой, а за ноги, как он кусается, это вообще. Он меня прям хватает за ноги, когда я к ним сажусь играть с ними на пол тоже. Мы знал 200 команд. То есть 200, мы с ним разговаривали полностью. Он со мной вообще три брака прошел. Эти какие? То есть он у меня... Вот он, ну, вот он такой. Я гулял без поводка. И дорогу мы переходим без поводка. Ну, если он у вас команду знал, то это не опасно. Вот такой малыш. Общем, знаешь, ну, что скажите? Спать. Кого он выбираем? Круг. Еще круг. Такая есть красивая девочка. Утром я просыпаюсь. Девочка, я да. Видишь, что я дернулся? Девочка. Я сплю. Уйте, какие малыши. Он ждет. Уйте, какие малыши. Дальше утро. Ну что, гулять? Или колбаса? Бывает такое, что если совсем стерпешь, он по двери хлопает, а если это, он бежит к холодильнику. Я всегда отрезал ему кусочек такой, знаешь, ну вот буквально с ноготок, да, совсем маленький. Он нас съедал, вот такой, быстрее гулять. Вот. А это черненький у нас кто? Девочка. Это девочка. Две девочки, два мальчика у нас. Ага. Он сейчас вам шумки развяжется. Да? А это ничего страшного. А это да, это Бармалей. Бармалей. Это Бармалей маленький, видите? Это маленький Бармалей. А чего вы там все скучали? Пока... Ну, не знаю. Девочки, мы я могу, мы я могу вот так спрятаться, чтобы они тебя выбирали. Ой, простите. Она почему бульдог это выбирает? Бульдог ее характер. Если все разрушить, это Мася. Нравится вам тоже в плоскомордике? Да, да, я обожаю. Я своего убирал, у него вот такой череп был большой, прям реально большой. Видите, какая девочка его выбрала? Ручку бульдога. Ну, в общем, мы сейчас будем здесь смотреть. Если было холодно, все, он прям на ножку даже наступить не мог. Но он вообще был самый любимый. А может, еще и девочка у нас будет? Я же говорю, он же у меня... Так. У нас вот такая серая малышка. Тут два малыша. Этот серый, он мини. Это маффин. Но он был маффин. Такого же веса и роста, как у меня. У меня было 2200. Это у нас марципан, да. Мальчишка. А это девочка. Марьяша. Марьяша. Вот что-то она, по-моему, сильно да. полюбила. А это малинка. Малинка. Я пойди сразу видно, что она девочка, да. Девочек такой. И петербуржская такая, знаешь, она прям дама. Интеллигенция. Да, да, да. Интеллигенция. Интеллигенция. Мне кажется, что нам по характеру вот этот подходит. Ванёва прикольный. Он просто сейчас, они присмотрятся. У нас же тоже выбирали мы, я тоже двоих насмотрела, но вот все равно мы с моим сговорились. А мы к нам один раз приехали. Смотрите, все, видите? Да, да. Улегся, выбрал. Все. Он как-то сразу, с самого начала нас выбрал. Да, да, да. А вы где? Не? Откуда ж я знаю? Мне, как говорю, мне нравятся два мальчишки. Нравится этот мальчишка и этот мальчишка. Я смотрю за характером. И характер у них прикольный. Оба они топотушки. Ну да, здесь сложный выбор. Ага, вот так. И они вот так и все себе будут вдвоем играются. Так, ну в общем, вот смотрим. Ребят, смотрите. Видите, здесь идет
выбор. Кто? Зато этот хвостом, а, тоже виляет, а этот вообще оба. Сейчас хвост как оторвется сейчас. Девочки-то вон, они все спрятались при тебя и лежат. Кто такие? Неси так. Их, Андрюш, домой, наверное. Девчонок, можно отнести? Видите, у нас здесь вот выбор встал, видите? Мой маленький.